А его сделаем погромче. Вот так. А ну, скажите что-нибудь. Тест. О, все, тест прошел успешно. Все отлично. Вы откуда будете, если не секрет? Ну, не с того разговор начинайте, молодой человек. Планета Земля. А с чего нажил человек? Ну, как дела, можно сказать? Это что, дежурная фраза? Ну, а откуда будете, это вообще, это не дежурная фраза, это просто, как это, фраза? Да не раздражитель просто, это уже затасканная такая фраза. Ну, а для чего? Для чего? Да не знаю. В каком городе живете? Можно так поставить вопрос. С планеты Земля. Нет, вы все равно, ну вот вам все равно город, блин. Ну, что вам наш город, блин? Хорошо, о чем беседуете в рулетке? Да вы лучше спросите, что нам не спится, что мы здесь вообще делаем в этой чат-рулетке? Да мне какая разница, не спится, у вас еще полночи нет, сколько у вас там? Да, полночи ровно, ну так что ж, не так уже поздно. Чем и что? Ну, так и что? Его ну, спросите, давайте я вам буду подсказывать тогда подсказки, что это у нас нужно спрашивать. Это, конечно, меня меньше всего интересует, почему вам не спится. Вышли на рулетку, значит, хотите побеседовать. А хотите побеседовать, а сами как-то не поддерживаете, не отвечаете на вопросы. Ну ладно, спрашивайте так вы меня. Мы вышли рулетку не для того, чтобы обозначить свое местоположение, правильно? Дело в том, что для продуктивного разговора нужно знать местоположение. Геолокейшн. Ну, я вам могу соврать просто. Можете вот, еще соврать. Вот. Да, я согласен. Ну так вот. Я вам могу сказать, что я... Я уже не спрашиваю. Я понял, что вы не хотите говорить свой geolocation. Да не просто мне... Я могу вам сказать, но это не столь важно для нашего общения. Смотря какое общение, смотря на какую тему общения. Вот я бы вам как бы немножко пару других вопросов задал. Вот смотрите, вы почему в очках сидите? Ну, если очки надеты, значит, какую-то функцию они выполняют. Ну, это у вас от солнечного света очки, но это никак не для зрения. Не для зрения. Абсолютно. Это раз. Во-вторых, кепка. Вам зачем кепка? Ну, солнце светит, наверное. Ну, если есть очки, то должна быть кепка, да, правильно? Чтобы не обгорело лицо. Ну, мало ли, кепка надета, может быть, скрыть какие-то дефекты на голове. Чего? Головы или глаз? Ну, допустим, вот если бы Горбачев носил в свое время кепку постоянно, как Лужков. И что? И что? Его бы не дразнили... Он бы не показал свое родимое пятно, что ли? Его бы не дразнили мечены. Ой, ну дразнят его Мечен. Ну и что? Ему от этого холодно. Вот сниму я кепку, ну и что дальше? Вот снял кепку. Ну так вот. Хорошо, ну человек себе. А зачем вы ее одели вообще? Имидж у меня такой. У меня канал. Кстати, я под запись вы. А, мы уже записываемся, да? Да, очень приятно. Ну, отлично. Если я постоянно в кепке, значит, я соблюдаю свой имидж определенный. Ну да, ну что-то на канал не сильно смахивает, потому что у вас камера такая не очень абсолютно. Ну темно, если... когда светло, она хорошо снимает. Да нет. Хорошая камера даже в темноте хорошо снимает. Ну да, за камерой я особо не стремлюсь. И микрофон у вас как бы такой не очень вообще. Ну так не нет. Да. Для тех, кто блоги снимает, снимает. Хорошо, да, плохие микрофоны и камеры. Так что вы не льстите нет, себе. Нет, ну, может, вы там что-то там... Вы просто попали на звукозапись. Не. Может, человек что-то записывает, да. Ну, пусть это фетиш такой может быть. Ну, хорошо. Еще какие-нибудь вопросы есть у вас? А что это у вас за флаг? Канадский вроде бы как в углу стоит, да? Да, Канада. Канадский. А что у нас там делает? Или какое вы отношение к Канаде вообще имеете? Или... Да вот хочу уехать в Канаду, ищу собеседника из Канады, у меня All Country стоит. Вот вы попали. Mm-hmm. Как вы думаете, стоит в Канаду ехать или нет? Я без малейшего понятия, если честно. Не знаете. Я там не был никогда ни разу, я не знаю, что там в Канаде, там хорошо или плохо. Вы думаете, если вы туда уедете, вам будет лучше, чем здесь? Mm-hmm. Вернее, чем там? А, ну вы из России. Ну я не здесь. Знаю, откуда вы из России. Ну какая разница, там, здесь, там.
Нет, если у него есть база, куда уезжать, это одно. Если нету базы, куда уезжать, никуда, зачем? Ну хорошо, вы мне скажите, вы... Пока еще полжизни можно потерять. Я вам что-то земляков ищу. Вы мне скажете, если не хотите город говорить, вы мне скажите, вы из Харькова или не из Харькова? Ну мы возле Харькова. Давайте я вам город скажу, хорошо? Ну вы же не хотите, зачем придумывать? Нет, давайте я вам скажу, Славянск. Славянск, ну хорошо, я просто... Если я нахожу земляков, мне интересно поговорить о городе. Если я не нахожу земляков, тогда на другие темы. Поэтому и спросил город сначала. Ну, вы в моем лице земляка нашли, нет? Ну, вы же со Славянска, это не Харьковская область, а Донецкая. Ну, сосед. Мы очень много в Харькове прожили, кстати. Сосед. Мы очень хорошо знаем Харьков. Да. Что, хорошо знаете Харьков? Учились ли там? Да нет, мы жили. Нет, мы жили там. Жили а что ж вы из Харькова в Славянске оказались? Если Боже. Учились, наверное. Я же вас не спрашиваю, из какого города и как вы там вообще оказались? Родились ли вы там, в этом городе? Почему вы там вообще находитесь? Да. Почему вы хотите уехать? Ну, что за бред? Я не пойму. Вы действительно хотите конструктивные вопросы задавать или так, лишь бы... Задавайте вы вопрос, только конструктивный. Я когда зашел не вопросы задавать, вопросы задает следователь. Ну хорошо, вы как-то уходите от моих вопросов, я уже, и не, в общем-то, не... Подождите. Если у вас есть вопросы, задавайте. Я вам отвечу, не буду уходить. Давайте коней притормозим. От каких мы вопросов отошли? Вернее, вы сказали, вы уходите от моих вопросов. От каких мы вопросов ушли? Я вам даже ответил уже, откуда мы. Например, причина того, что вы уехали из Харькова в Славянск. Как-то наоборот, это бы естественно было. А из Харькова в Славянск, это странно. Да это не причина. Я сегодня в Харькове, вернее, вчера был в Харькове, сегодня в Славянске, а завтра я в Кривом Рогу могу быть. Вы завтра в Славянске, а просто сейчас находитесь в Славянске, правильно? Или мы в Закарпатье поедем. Да. В чем проблема? Какая разница? Здесь потом я подумал, что вы живете в Славянске, значит, вы просто находитесь в Славянске, я понял вас. Ну, сейчас находимся, да, в Славянске. Нет, мы проживаем. На данный момент мы не живем, а проживаем в Славянске. А временно проживали в Харькове. А, ну понятно, то есть вы как беженцы проживали в Харькове, сейчас вернулись. Вот это понятно. Беженцы. Беженцы. Ну да. Или не беженцы, или бизнесмены, как хотите считать. Если бизнес наладили, можно сказать бизнесмены. А кто такие беженцы, вы можете объяснить? Потом погуглите. Нет, вы можете объяснить, что с вашей... Я вам многое могу объяснить, но я вам могу более... Это слишком простой термин, чтобы я тратил на объяснение время. Потом погуглите. Вы можете какой-нибудь более сложный термин спросить? Нет. Что с вашей точки зрения является... Кто такие беженцы с вашей точки зрения? Беженцы – это то, что по-английски refugee. Потом погуглите и посмотрите. Это то, что или то, кто? Или те, кто? Что в данном случае термин? Термин. Ну, беженцы, ну, то, что в английском рейфе. Подождите. Что это неодушевленный предмет, правильно? А кто это одушевленный предмет? Так это кто беженцы или что это беженцы? Если вы считаете, что беженцы это что, ну тогда... Вы не очень... Может, вопросов больше к вам нет. Если для вас русский не родной, вы можете на мове говорить. Я мову понимаю. Можете на английском, я английский понимаю. Блин, да? Вы как бы, вы понимаете, вы с больной на голову... Я повторяю, что на здоровую перебросили. Если я употребляю беженцы в качестве термина, я имею в виду термин беженцы, а не физлицо беженцы, я употребляю слово «что». То есть термин беженцы... Что означает, а не термин. Кто означает? Вот. Это точно термин. Термин отвечает на вопрос. Любое слово, если вы его детерминируете, называется термин. А слово детерминация. Ну, если так это... что... Ладно, что такое беженцы? Что вы притрались? Вы
Потом погуглите, если вы не понимаете элементарных терминов, потом погуглите, вы мне можете какой-нибудь другой термин спросить. Блин, боже, оно начинает разговаривать и даже употребляет термин, какие-то хорошо, термины, и он кто даже не может беженец? Объяснить, его за яйца ухватили, ты хорошо, видишь, а он даже не знает. Он... Ему уже не оно. Чего же я не знаю? Если вы меня спросите 2×2=4, я вам тоже не буду объяснять, сколько это, если у вас пробелы в образовании. Кто такие беженцы? Элементарных вещей я не объясняю. Если вы имеете затруднение с каким-нибудь более сложным термином, не спрашивайте, я вам объясняю. Если вы у меня спросите, как будет 2×2=4, я вам отвечу. Да, элементарных вещей, 7-8. Кто такие беженцы, я не отвечаю вообще, да? Ну что вы перекручиваете? Шикарно, боже. Что же перекручиваете? Ну ладно. Теперь я понимаю, зачем вы кепку одели и очки одели. Ну да. Ну да. Потому что у вас как бы... Ой, ладно, не буду вас оскорблять, конечно. Вы же хотели со мной посоревноваться не, в позиции. Он в Канаду едет. Он уже в Канаду. А вы уже... Он едет в Канаду, но он записывает свой блог. Билет купили в Канаду, нет? Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Он записывает свой блог и тебя в этом блоге. Канада-Воронеж, нет? Да, купил. Да? Да, из Воронежа в Канаду, да. Смотри, он пытается что-то подзаписывать. Если вы не строите из себя, так сказать, эрудированного человека, если хотите со мной посоревноваться в эрудиции, то Да я от себя не строю. Вы просто бросаете словами какими-то. Я вас спрашиваю, о чем вы говорите и о чем ваши слова, которые вы спрашиваете. Я спросил, вы как беженцы там были. Если вас это обидело, хорошо, я исправился. Нет, нас не обидело. Я просто спросил, кто такие беженцы, по вашему мнению? А разжевывать термины элементарно я вам не собираюсь. Если более у вас проблемы с более сложными терминами, я вам могу, так сказать, его разжевать. Я не знаю, может у него спросить, а что такое гидролокация? Гидролокация? Да. Это фиксация местоположения водного потока, ну или воды. Да? А гидро это что? Гидро, а вы думаете, гидро это только к воде относится? К водяному потоку? Да, гидро это водный. Да? Если жидкость, это ликвид. А вы слышали такое слово гидроудар? А он только водяной может быть или может быть воздушный от какого-то количества смеси? Если гидро, он водяной. Да. А конечный удар может быть другая. Но изначальный удар провоцируется именно... Так что ну ладно, смотрю, вы эрудированный молодой человек. А что такое беженцы тогда? Что, повторите, не понял термин. Кто такие беженцы? Ну, вы опять по кругу пошли. Я сказал, да, что... Да, да. Но вы не ответили на этот вопрос. Конечно, мы будем... Я не собираюсь отвечать. Потому что вы не ляпнули просто. Я знаю, кто такие беженцы. Вы своим старым языком ляпнули просто и не отвечайте за свои слова. Ну, потому что глупые вопросы задаете. Да? А вы не глупые фразы выбрасываете? Беженцы своего... это совокупность лиц, которые вынуждены были уехать со своего постоянного места жительства. Он же в интернете уже нашел и считает досло. Вы запятые хоть там читаете, нет? Я ничего не читаю, вот я на вас. Да. А чего? Я для смотрите, вас Википедия. У вас в одном очке один монитор отражается, а во втором очке там другой монитор отражается. И да? по всем мониторам детерминирование идет. Вот ваши очки вас-то и палят. Ага. Где вы или палят, или палят. Палят. Или палят. Сливают. Палят. Боже, какое безумство. Так прикинь, ему уж нет 20 лет. У вас какое образование хоть? Что вы даже гидро знаете? Гидротехник, что ли? Три класса образования в приходской школе. Церковно-приходская школа, три класса образования. Не, ну слово гидро знаете, наверное, технику закончили. Да. Какой я просто... Я не теорик, я практик. Я видел, как это все делается, как это взрывается все. А вы видели на практике, как это все взрывается, гидроудар? Вы знаете, что такое гидроудар? Вы уже спрашивали. Что ж вы? Склероз у вас.
теорики, да. Ну, теорик это хорошая вообще, да. Сущность человека, или как это назвать? Не сообщество. Так какое сообщество? Нет, ну это человек, который, он живет на теории, а на практике он вообще в жизни ничего не видел. Абсолютно. Вроде ему лет по 40 уже, а он ничего не видел. Аленушка, по салфеточку. Ну хорошо, вопросы будут еще? Нет, к вам вообще никаких вопросов. Я сказал. Я включаю. Ты хоть пальцы открыл. Раз, два, три. Начали. Вот смотри, я сейчас, через 2 секунды. Добра. Всем добра. Мира. Мира. Всем людям счастья на всей планете, вне зависимости от нации и вероисповедания. Всем добра и еще раз мира. И любви. И здоровья. И здоровье, самое главное, здоровье. Да. Выключай, потом обрежешь. Выключай.